Стихотворение сегодняшнее. Гамлет. Портер не спит, балкон так перегнулся, что рухнет, лишь захочет оторок. Софиты блещут, рампа точно в руце актера, что закончил монолог. На сцене при скоплении аж каплет от потолка горячий конденсат. Не Гамлет из трагедии, а Гамлет из нашей жизни, данной наугад. И стонет он, и мудро, и гортанно, и замирает голос в пустоте. Мы понимаем истину и данность, как истину, прижатую к стене. Поймете эти строки? Не уверен. А впрочем, вам ни знание, ни почем. Ведь крышка гроба — это тоже двери. Спросите Гамлета, он знает, что почем. Прошу прощения. Музыкальное сопровождение Алексея Рыбникова. Финал из фильма «Это вам не снилось». Соблюдаем авторские права. Ну, где-то так. Не знаю почему. Мы никогда не знаем, почему к нам приходят мысли. И мы никогда не знаем, почему мы выражаем их именно так. Мне захотелось через главного персонажа всей литературной биографии Уильяма Шекспира. Хотя там у меня есть любимые, более любимые. Ричард III, например.